Сейчас вот приложил блок, сотку, и она совпадает полностью с двумя кирпичами. То есть можно будет вот эту пристройку полностью построить или сотками, или вот этими блоками, но поставить его боком. Получится высота его сразу на 400 вверх. Будет очень быстро и интересно построить его. Сегодня закончили армирование, полностью весь периметр, 1,5 метра, выстроен и проармирован. Вот такой сделаны ямы и залиты цементом полностью. Можно продолжать строить дальше. Стены усилены, здесь даже армирование, вертикальное армирование сделали. Железную арматуру сюда залили. Запустили железную арматуру, вертикальное армирование получилось для усиления вот этой стены несущей. Подписывайтесь, ждите дальше продолжения, пишите вопросы. Загрузили сейчас на половину блоки, вот они у нас сейчас загружены, тяжелые, и высоко засовывать его. Вот, завтра начнем, наверное, уже клеить. Высоко, очень высоко. Подписывайтесь, следите. Пока.